А перед началом обязательно нажмите на лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, и тогда шансы на легендарку вырастут в 2 раза. Всем привет, ребят, с вами снова Флиппинипс, это новый видеоролик по игрушке Brawl Stars. Сегодня мы будем играть за Динамайка. Я, конечно, хотел записать видосик про Барлея, но как недавно видос про Барлея был, я думал, блин, нужно все-таки записать про Динамайка, потому что этот чувак тоже очень хорошо подходит под ограбление. Скорее пошлите, блин, катать, потому что сейчас уже 11 минут осталось и ограбление заканчивается, а записать мне его все-таки хочется. Ну, если мы, конечно же, отыграем мало каточек и ролик получится небольшим, то мы пойдем еще в какой-нибудь режим, но в основе будет сегодня у нас ограбление. Стараюсь тащить. У нас, кстати, Барли в тиме. И вот давненько, я вот реально, ребят, давно не играл за Динамайка. Он у меня висит уже, ну, месяца два точно на 300 кубков. И я вот практически вообще за него не отыгрывал. Так, ну, вот Джесси, вот это сегодня будет проблема для нас. Потому что вот Джесси, мне кажется, это один из самых лучших персов под режим, короче, ограбления. И опа, что-то у нас каточки пошли как-то не очень. Что-то наш, во-первых, Барли наш какую-то фигню творит. Он нормально даже не играет. Так, так, так. Я, конечно, тоже не особо про игрок, но все же я стараюсь что-то сделать, что-то как-то всех отогнать. Но почему-то моя тима, она дауничи какие-то. Блин, меня это бесит. Вот, вот только я начинаю каточки, и сразу все сливается. Но вот почему? Почему мне попадаются чуваки, которые даже нормально ничего не могут пропушить, не могут сдержать никого, никакую оборону? Пожалуйста, пошлите в бой, только вот без вот этих ребяток, потому что они меня бесят. Так, он еще и не может выбрать, идти ему дальше или выйти. Ну нажми ты уже, черт побери. Так, отлично, хорошо, что это не так долго длится и не приходится ждать всяких рандомов. Блин, вот, ребят, не люблю записывать, я люблю, точнее, записывать больше один, потому что не нужно никого ждать, и поэтому я иду играть с рандомами, потому что они тоже, как бы, ну, всегда быстро очень находятся, а, к сожалению, рандомы не всегда хорошие игроки. Но вот сейчас мне попались хорошие, возможно, здесь специально так делает игра, что сначала нормальных дает рандомов, а иногда дает чуваков, которые вообще, в принципе, играть не умеют. Так, будем стараться что-то сделать. Ну, мы так-то уже хорошо натамажили. Чпоньк. Смотрите, 50 хп мы отняли у них практически. И постоянно идет прессинг. Вот, вот таких бы чуваков рандомом мне бы всегда давало. А то попадаются обычные чуваки, которые, ну, играют довольно плохо. И нужно искать себе тиму. Но тиму это очень долго искать. Хотя, конечно, в тиме в таких режимах довольно весело играть. И в принципе, очень хорошо поднимаются кубки. Я никак не, опять не могу вылезти из 6000 кубков. Нужно посидеть, поиграть. У меня как раз сейчас такая ситуация получилась, что, в принципе, я смогу, возможно, набрать, допустим, за, не знаю, 10, постараться набрать 7000 кубков. И надеюсь, что у меня это выйдет. Так, хорошо. Оп, оп, оп. Пушим, пофигу. Главное, набить урона сейчас, и да. 9% у них осталось. Они там тоже что-то набивают. Ай, блин, Прима, иди-ка отсюда. О, все, отлично, победа. Первая победа в каточке, уже меня это радует. Звездный игрок, конечно же, Прима, потому что он хорошо отыграл. Так, ребят, пока не закончилось время, ограбление еще есть, нужно пойти. Блин, почему они отказались дальше со мной идти? Было бы неплохо, хорошо чуваки играют, и люблю играть с такими танками. Сейчас у нас снова эти же танки, и надеюсь, все будет круто. Так, смотрите, даже у этого чувака, у Була, есть скин, а это значит, что, возможно, он играет хорошо на Буле. Ну, потому что покупают обычно скины на тех чуваков, либо которые очень нравятся, за которых играть, либо за которых просто круто получается, насколько я понимаю. Ну, я, по крайней мере, такой логикой руководствуюсь, когда покупаю скины, но иногда покупаю чисто ради видосика, как, допустим, Феникс Кроу. Вот не будь у меня канала, никогда бы не купил Феникс Кроу. Да, он крутой, он красивый, но, блин, 300 гема. Я не помню, сколько это уже стоит, но на деньги реально это... Так, я не могу убить этого Эль Прима. Ну-ка, Эль Прим, пожалуйста, умри-ка уже. Так, все, кидаю ульту. Я просто не хотел ульту кидать. И, видимо, придется. Так, что-то... Вот сейчас, ребят, я плохо отыграл в данном случае. Так, отлично. Нужно убить этого Эль Прима. Эль Прима, блин, вали, пожалуйста, отсюда. Нет, 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 нет. Нас снесли. Ну, я не смог сдержать. Честно говоря, карта не совсем... Скажем так, смотрите, я считаю, что все-таки карта подходит. Опа, а может быть пойти сюда? Так, я принял. Короче, ребят, это Богомол, он был у меня в одном уже ролике. Только нам нужно ограбление, да, поехали катать. Нет, нет, ограбление, да. Ограбление нет, ограбление. Короче, ребят, я ему написал, что мы, что он попал на видосы в ограбление. Чтобы он, все, ограбление, ограбление, поехали здесь, го, го, го. Вот в этот режим он не понял, видимо.
Все, поехали катать. Он как бы не то чтобы топово играет, но в принципе он за месяц игры, чуть больше чем месяц игры, апнул 3000 кубасиков. Это тоже в принципе неплохо. То есть он не то чтобы прям сильно так задротит, но играет в меру, так скажем. И надеюсь, сейчас все круто будет. Ух, офигеть, у них там пенни из кустов залетело. Я даже и не думал, что такое может случиться. И капец, они нас вначале разнесли, но я думаю, сейчас все выровняется и будет круто. Так, пенни, только не мортира твоя, умоляю. Не хочу мортиру пенни, я ненавижу ее. О, отлично, мы ее разнесли. Все, теперь нужно однозначно пушить. И сейчас, я думаю, мы так запушим хорошо. Так, ну, ультецкий я уже закинул. Отлично, урон наносится, это круто. Так, и сейчас мне нужно бы убить вот этого, ай, так, с хвоста своего снял Була, точнее, Эль Прима, путаю их постоянно, когда на запись. Так, все, можно дальше начинать пушить. Только вот сейчас мне не мешайте, ребят. Оп, 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 оп. Так, наносим урон, нет, 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 нет. Ну, смотрите, как бы сейчас игра более-менее равная, но если они сейчас в нас залетят, то будет очень неприятно. Однозначно Эль Прима сейчас сюда дропается. Мы по нему стреляем, конечно же. Так, мортира. Она нам сейчас не даст покоя, нужно ее валить. Или же Пенни нас точно развалит с вами. Чпоньк. Пенни мы развалили. Ну, смотрите, мы, в принципе, идем так на равных. Но сейчас я буду стараться добивать, добивать, добивать. Так, добиваем. Ультецкий не могу докинуть. Офигеть, еле докинул. 14%. Блин, еще целая минута. Они нас еще развалят 1000 раз. Так, 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 так. 5%. Неужели мы сольемся на 5%? Серьезно? Серьезно? 4%, пожалуйста. Так, ребят, давайте, пожалуйста, вы запушите. Офигеть. Офигеть, офигеть, офигеть. Нет, блин. 5%, черт побери, осталось, ну как так? Блин, ну капелюшечку буквально не хватило, вроде бы нормально играли, нормальная тима. Ай, тяжело, тяжело, нужно дальше, короче, тащить. Вот такие моменты бывают обидны, потому что вроде бы всю игру тащил, вроде бы что-то как-то получалось более-менее, и потом фигакс, ничего нормально не вышло. Блин, он взял рикошет, посмотрим, как получится у нас с рикошетом играть. Если же с рикошетом будет круто, то продолжаем катать с ним. Если что, я напишу, что типа, ой, меняй. Так, смотрите, минус нашей тимы, то, что нет ни одного, так скажем, танка. Я не успел, к сожалению, посмотреть, есть ли у них танки, но смотрите, Дэрил это уже, можно сказать, такой полутанк, а, и Бул, все. Возможно, это будет, ребят, слива, потому что против Була у нас нет чувака, который против бы Була сейчас как-то отыгрывал так, чтобы я сейчас сказал, вау, нифига себе, ты жестко играешь вообще. Но посмотрим, возможно, за счет того, что у нас нету, в принципе, дальников, точнее, у нас все дальники и нет танков, возможно, это нам даст какой-то буст, и мы сможем что-то сделать. Оп, ультецкий чпоньк! Отлетел, Бул отлетел. Так, мне тяжело против них воевать, на самом деле, и мы не можем никак выйти со своей базы. То есть мы воюем, 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 а выйти из базы мы не можем нифига. Так, ну оп, оп, блин, ну сколько вас здесь бегает, черт побери. Нужно как-то добежать, хоть постараться добежать до их базы. Так, да, отлично. Все, давайте надамажим немножечко. И мы так-то надамажили, блин, мало, но хоть какой-то урон прошел, уже на этом круто. И оп, так, ну что-то более-менее получается. Но я опять же сейчас, может получиться как в предыдущей игре. Вроде бы тащили, 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 и потом нифига ничего не вышло. Ой, ой, Брок, откуда ты здесь сидишь? Так, Брок, Брок, нет, 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 ультецкий, 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 ультецкий мой промазал. Так, нужно, чтобы кто-то выпустил ульту. Ничего, блин, что-то у нас, что-то как-то плохо все идет, так туго. Ай, боже. Так, сносите их, пожалуйста, нет, минус я. Ну вот это все, это Габелла, ребят, мы ничего дальше не можем предпринять. Вроде бы что-то, ну, вот так часто бывает, что вот именно нужно так иметь хорошую тактику под, как это, ограбление. Блин, даже выговорить не могу, такой пот. Ай, просто так с рандомами не пойдешь, и даже просто не тщательно не отбирая персонажей, тоже так как бы не пойдешь в каточку, в ограбление. Видите, они очень быстро и вреспавнятся, и, следовательно, нас быстро разносят. То есть мы даже не можем выйти со своей базы. Так, черт, вот Брок, вот этот самый неприятный персонаж сегодняшней катки, блин. Ай, вроде бы я думал, что сегодня будем тащить, но что-то, знаете, на таких кубках не сильно получается. Давайте посмотрим Варлок, Игорь. Мне кажется, что из-за того, что динамайк у меня почти на 300, из-за этого я сливаю. Ну, давайте сейчас чекнем. Так, данные боя и
Да, у людей такие достаточно уже, ну, не то чтобы огромные кубки, но все равно играют они на высоких кубках. Окей, сейчас у нас появился танк, пошлите еще катать. Быстрее жми, гоу, быстрее жми, минута осталась, сейчас уже закончится режим, нужно отыграть. Давай, гоу, 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 отлично, все, успели. Возможно, сегодня это будет, ребят, последняя каточка, и надеюсь, вы поставили лайк за то, что... Ну, блин, конечно, я сегодня не тащу, но, по крайней мере, пытаюсь. За Динамайка я такой рачил, ребят. Обычно я хорошо играю за Барли, и, ну, потому что, возможно, мне также Барли на низких кубках, то есть 240 там или сколько, но все же, вроде бы я нормально за него отыгрываю, и сейчас сюда десантируется это долбанный или Примыч, и что-то как-то идет опять туго. Так, ну, все, нужно как-то все вот это решать. Опа, ну, смотрите, мы хотя бы прорываемся более-менее... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, так, опасно-опасно. Блин, не могу сделать себе проход, чтобы проходить нормально до их базы. И все, отлично, получилось, отлично. Мы первое, как бы, нанесение удара по их сейфу. Сейчас-то все и пройдет годно. Опа, они просто идеальные противники, потому что они берут, просто кучкуются. Я легко набиваю ульту, и они даже мне как-то ничего не мешают. То есть 100 хп у нас, серьезно. Возможно, мы еще одну катку успеем или не успеем, уже посмотрим. Так, выйти, и... У нас 10 секунд на одну катку. Если ты успеешь нажать, пожалуйста, додумайся. И 5 секунд. Успели! Еще! Серьезно, это ограбление будет, да? Это же будет ограбление, я так понимаю. Да, это будет ограбление. По идее, это уже не будет никакого другого режима. А если это уже другой режим, то будет обидно. И это у нас, да, это ограбление. Фух, успели еще одну каточку отыграть. Круто, прям на последних секундах. То есть мы не по дискорду, без ничего. Просто идем катаем. Ой-ой-ой. У них Динамайк очень хитрый, очень шустрый, пытается нам как-то помешать. Нужно, я сейчас подумаю, что мне нужно сделать. Но мне хотелось бы прорвать вот эту стенку справа, потому что когда мы ее прорываем, довольно хорошо будет бегать, то есть у нас будет как бы три выхода к их сейфу, и давайте мы так попробуем и сделаем, или не надо так делать, фиг знает, нет, не будем делать, потому что все и так, в принципе, хорошо получается, сейчас мы нанесли довольно годный урон, ой-ой, вот это было больно, но я прорвался до обороны, хоть меня сейчас, точнее, прорвался до их сейфа, хоть меня и убили, но мы зато нанесли довольно годный урон, и меня это радует. Что ж, это довольно круто. Так, сейчас нужно будет еще валить вот этих чуваков. Ну-ка. Так, что-то у нас Шелли против нас какая-то очень такая, знаете, какая-то агрессивная, прям не дает нам пройти нормально. Так, вот сейчас мы ждем ульту Динамайку. Да, ульта Динамайка хорошо прошла. И у меня 84 хп. Нет, я иду пушить, нафиг. Не обращаем внимания на Шелли. Она не захотела на нас обращать внимание. Пошла пушить нас. И что-то она слишком много там наносит. Нужно возвращаться. Ой-ой-ой, я сейчас из-за того, что я ее там оставил, может быть, все повернется в другую сторону, и мы сольемся. Серьезно? Так ему... Блин, сейчас реально такое может случиться, потому что мы совершили ошибочку. Нет, серьезно, только не так. Только не так, как я сказал. Нет! Ну почему? Вот зачем? Почему я ее не решил? Идти валить, блин, ребят, какой сегодня выпуск. Короче, учитесь на моих ошибках катать Brawl Stars. Больше за Динамайка я не пойду в ограбление. Мне вообще он не в кайф, честно говоря, играю в ограбление. Вот за Барли, вот это было бы топ. Ладно, ребят, вот такой вот выпуск получился. Надеюсь, он вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии. В первый день все комментарии стараюсь лайкать. Все, всем пока.